культурном центре имени Любови Орловой 18 декабря представят программу в честь народного артиста России Олега Анофриева. Известный по десяткам кинофильмов, актер стал голосом советского кино и мультипликации. Именно он исполнил главную песню телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Его голосом говорят и поют персонажи бременских музыкантов. А песня «Есть только миг» стала визитной карточкой исполнителя. В последние годы артист жил в Одинцовском округе.